Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье, как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку один раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. Ну, сегодня я проходила процедуру УЗИ с контрастом для того, чтобы исследовать проблемы печени, которые у меня возникли некоторое время назад. Пожалуйста, не ходите в спортивный зал, не ходите на тренировки, если у вас высокая температура. Это может быть очень опасно в плане вашего здоровья, здоровья вашего сердца. Первичная реабилитация начинается в первый день снятия гипса. То есть нужно двигать рукой, если мы берем конкретно перелом луча. В последнее время замечаем, что мужчинам после 30 лет уже необходимо какое-то минимальное профилактическое обследование. То есть не только флюорография, не только анализ крови. Инсульт может возникнуть в любом возрасте. Причины самые разные. Патология сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, травмы головы. Диагностический ультразвук снова стоит на пороге серьезных изменений. Появление эффективных контрастных веществ для УЗИ позволяют разрабатывать новые методы медицинской визуализации при проведении исследований у больных с опухолями и заболеваниями сердца. Знаниями и опытом с южноуральскими коллегами поделился ведущий специалист в этой области, шотландский профессор Эмилио Квайя. Профессор Эдинбургского университета Эмилио Квайя – ведущий специалист по ультразвуковой диагностике, чье имя хорошо известно в Европе. В Челябинск он приехал, чтобы провести мастер-класс для коллег. Тема ультразвукового контрастирования весьма актуальна, поскольку не всем пациентам можно выполнять компьютерную томографию брюшной полости из-за непереносимости контрастирующих веществ. Ирина приехала на исследование из Озерска. Ну, сегодня я проходила процедуру УЗИ с контрастом для того, чтобы исследовать проблемы печени, которые у меня возникли некоторое время назад. Процедура прошла очень комфортно, совершенно нормальная рабочая обстановка. Ну, собственно, вот впечатления самые замечательные. Ультразвуковые контрасты решают те же задачи, что и контрастирование при КТ и МРТ, но при этом дозы контрастных веществ при УЗИ значительно меньше. Ультразвуковые контрасты не имеют побочных эффектов, не вызывают аллергических реакций, в отличие от препаратов йода, используемых при рентгеновских исследованиях, и не приводят к облучению организма. Эти контрастные вещества представляют собой частицы, мы их называем микропузырьки, которые заполнены специальным инертным газом с низкой растворимостью в воде. Контраст накапливается в опухоли, да, ну, в любом образовании, но здесь самое главное не столько, как он накапливается, а именно то, как он выводится из образования. То есть здесь очень важно и скорость, время, как он выводится из образования. И уже потом, когда происходит постобработка, то есть когда мы анализируем уже это исследование, тогда мы можем сказать и поставить какое-то определенное заключение. Улучшить качество изображения, получить дополнительную информацию о характере кровоснабжения, принять окончательное решение о доброкачественном или злокачественном характере выявленных опухолевых заболеваниях печени, поджелудочной железы, почек, селезенки, предстательной железы. Это далеко не все задачи, которые помогают решать ультразвуковые контрасты. Если говорить об органах внутренних, то это будет прежде всего исключение онкопатологии. И как вот нам сказал уже профессор, то есть можно будет потом обойтись без каких-то инвазивных процедур, то есть без операций, даже без биопсии, которую мы проводим, когда для того, чтобы окончательно исключить или подтвердить наличие опухолевого процесса. Первые исследования с контрастами начали проводить в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. И сегодня ведущие специалисты уже делятся первым опытом. Ну, основным показанием, которое мы, так сказать, по поводу которого мы проводили исследования, это передний распространенный инфаркт с формированием аневризмы левого желудочка. При этом часто бывает, формируются тромбы верхушки левого желудочка, и очень показательно контрастное эхокардиографическое исследование для выявления или исключения тромботических наложений и таким образом определения тактики лечения пациента, в частности кардиохирургической. В Челябинской областной клинической больнице подобные конференции стали уже традиционными. Они повышают квалификацию врачей и приближают их к общемировым стандартам оказания медицинской помощи.
Сердце, пожалуй, самый уязвимый орган у мужчины. Причем сегодня пациентами врача-кардиолога становятся не только пожилые люди. За последнее время сердечно-сосудистые заболевания помолодели. Ишемии, гипертонии и аритмии страдают мужчины в возрасте 30 лет, а некоторые получают инфаркты в 20. Как избежать сердечных проблем, поговорим подробнее. Знаете ли вы, что масса сердца мужчины в среднем составляет 320-400 грамм? Его мотор бьется медленнее по сравнению с женским – 70 раз в минуту. Чем же еще отличается мужское сердце? Морфологически, конечно, мужское сердце, женское сердце имеют одни и те же части анатомические, функционируют примерно одинаково. Наверное, мужчины несут большие нагрузки в целом. Поэтому и сердце, наверное, их несет большие нагрузки, но какой-то значимой анатомической разницы в сердце мужчины и женщины нет. Другое дело, что для некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы мужской пол, к сожалению, является немодифицируемым, так мы его называем, то есть никак не изменяемым фактором риска. Так, например, ишемической болезнью сердца чаще страдают мужчины. Женщин до поры до времени оберегают эстрогены, их естественная гормональная защита. Возрастом и гормональным фоном от ишемической болезни сердца застрахованы женщины. И пока они имеют нормальную гормональную активность, свойственную молодым и среднего возраста женщинам, они действительно застрахованы. Для мужчин это совершенно не так. И, к сожалению, мы видим довольно часто инфаркты миокарда и у лиц совсем молодого возраста, и 28-29-летние, и после 30 лет. То есть совсем не обязательно быть там, мужчиной преклонного, пожилого возраста, чтобы опасаться вот этого заболевания. Поэтому, еще раз, да, если вы ощущаете давящую боль за грудиной, вот мы даже это называем симптом кулака, да, как будто что-то сжимает за грудиной, если это ощущение возникает на физической нагрузке, если вы остановились и ощущение прошло, может быть, оно было мимолетным, это 2-3-5 минут, и при прекращенной нагрузке оно прошло, это достойный повод, чтобы обратиться к врачу. Лучше поймать заболевание на этом этапе, чем дождаться инфаркта миокарда. Ишемическая болезнь сердца – это недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы. В последнее время атеросклеротические изменения коронарных артерий все чаще появляются у мужчин в возрасте от 40 до 60 лет. Почему так происходит? Быстро усвояемая калорийная пища, малоподвижный образ жизни, курение приводит к тому, что человек получает ИБС на десятилетия раньше, чем это предусмотрено природой и наследственной предрасположенностью. Может быть, это спасет чью-то жизнь. Если вам 25, 29, 35 лет, вы мужчина, и вы заметили за собой вот такой вот болевой приступ за грудиной, обратитесь к врачу. Пусть это будет ложная тревога, и вы спокойно пойдете домой и будете счастливо жить дальше, чем пропустить дебют ишемической болезни сердца. Он возможен в любом возрасте, каким бы молодым он ни казался. Еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются кардиологи, связана с увлечением многих представителей сильного пола активным образом жизни. Даже подхватив простуду, они не отказываются от походов в тренажерный зал. Пожалуйста, не ходите в спортивный зал, не ходите на тренировки, если у вас высокая температура. Это может быть очень опасно в плане вашего здоровья, здоровья вашего сердца. Дело в том, что есть такое состояние в медицине, оно называется вирусный миокардит. Это когда вирус, он персистирует в мышце сердца и повреждает мышцу сердца. Если в этот момент дать себе нагрузку, физическую нагрузку, это может привести к непоправимым изменениям в сердце с исходом в тяжелейшую сердечную недостаточность. И очень часто такую патологию мы видим именно у молодых людей, у людей физически активных. Если
перенести миокардит и при этом не нагружаться физически, это может не привести к каким-то ужасным непоправимым последствиям. Самое главное, чтобы не было в этот момент тяжелой физической нагрузки. Дождитесь, пока простуда полностью пройдет, и возвращайтесь к активным тренировкам не раньше, чем через неделю. Первичная реабилитация начинается в первый день снятия гипса. То есть нужно двигать рукой, если мы берем конкретно перелом луча. В последнее время замечаем, что мужчинам после 30 лет уже необходимо какое-то минимальное профилактическое обследование. То есть не только флюорография, не только анализ крови там. Инсульт может возникнуть в любом возрасте. Причины самые разные. Патология сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, травма головы. Зимой получить травму можно где угодно. По дороге домой, спускаясь по лестнице, катаясь на лыжах или коньках, весело съезжая со снежной горки. При ушибах и растяжениях, переломах главное – правильно оказать первую помощь. Но не менее важно пройти полный курс реабилитации. Какие методы считаются наиболее эффективными? Зимой у травматологов и хирургов количество пациентов стремительно увеличивается. Люди страдают от ушибов, растяжений и переломов, полученных при падении. Механизмы получения травмы очень разные, но чаще всего, да, это, скажем так, это более старшее поколение, и поэтому кости более хрупкие. Плюс это, скажем так, неаккуратные движения, неаккуратные действия со стороны, того, кто упал, со стороны пациента. Избежать падения – основная задача каждого пешехода, потому что предупредить травму всегда лучше, чем лечить последствия. Частые пациенты травматологов – те, кто увлекается активными зимними видами спорта. Для этих занятий нужна хорошая физическая подготовка, координация движений, быстрая реакция и знание техники безопасности. Какие же травмы самые распространенные? Это перелом лучевой кости в типичном месте. Для горнолыжных, скажем так, с курортов, либо таких скоростных видов спорта, это повреждение внутренних структур коленного сустава, то есть мениски, передние крестообразные связки, возможно, другие внутренние структуры. И, конечно же, когда люди подворачивают ногу, это перелом, скажем так, лодыжек, то есть голени. Это очень распространено зимой. Если вы все-таки упали, обязательно сходите к травматологу. Даже если заметного ушиба нет, не все травмы проявляют себя сразу. А поставить точный диагноз и назначить лечение может только врач. Все зависит от степени травматизации, степени смещения, от повторных дальнейших действий. Но в основном это, конечно, иммобилизация, если ничего серьезного нет. То есть это либо гипсовая иммобилизация, либо это другие виды иммобилизации более новые, либо это ортезы, ортопедические приспособления для пациентов, которые облегчают, скажем так, жизнь, намного проще жить с такими, чем, например, ходить с гипсом. Лечение перелома занимает продолжительное время. Поврежденные кости необходимо сопоставить и зафиксировать на несколько месяцев. В результате в поврежденном участке ухудшается кровоток, возникает отек и слабость мышц. Поэтому так важно начать процесс восстановления. Первичная реабилитация начинается в первый день снятия гипса, но до этого необходимо не забывать, то, что даже при самой мобилизации, во время иммобилизации, то есть нужно двигать рукой, если мы берем конкретно перелом луча, мы двигаем кистью, разрабатываем ее, чтобы, скажем так, рука не забывала движение. После снятия гипса, после снятия иммобилизации в первые сутки человек направляется уже в реабилитационный центр к нам, если рассматривать именно наше учреждение. Вот. И мы начинаем с первых дней, когда он к нам поступил, начинаем лечебную гимнастику и другие физиопроцедуры. Физиопроцедуры после перелома позволяют ускорить процесс восстановления, уменьшить болевой синдром, устранить спазм, улучшить микроциркуляцию, чтобы кость получала больше кислорода, питательных веществ, кальция, что способствует срастанию перелома. Параллельно с физиотерапией начинается лечебная физкультура. Уже на 3-4 сутки после перелома врачи советуют выполнять минимальный комплекс упражнений, а начинать с вращательных движений в ниже расположенных суставах. Комплекс упражнений можно выполнять и на специальных аппаратах и тренажерах. Врач разрабатывает комплекс специальных упражнений, которые направлены на восстановление двигательной активности и улучшение общего состояния тонуса мышц. Да, если, скажем, мы берем не очень сложные переломы, то
приблизительно это время, среднее время реабилитации, это двойное время иммобилизации. То бишь, грубо говоря, мы были в гипсе 4 недели, плюс-минус до полного выздоровления, это будет, наверное, 8 недель. Это не значит, что нужно проводить их именно в лечебном заведении. Да, можно работать и дома. В принципе, как на это и настраиваем людей, что пациент должен, здесь мы даем правильный вектор развития, правильный вектор реабилитационных мероприятий, которые впоследствии он может выполнять дома. Тоже комплекс упражнений, который выдается на руки домой. И человек может спокойно дома заниматься. И если он не ленивый, то у него все будет хорошо. Проблем никаких впоследствии не возникнет. Итак, если собрать все рекомендации врача, сочетать физиотерапевтические методы с массажем, занятиями лечебной физкультурой и правильным питанием, это поможет сократить длительность реабилитации, и вы быстрее вернетесь к нормальной жизни. Мужское здоровье более хрупкое, чем женское, несмотря на все стереотипы о мужественности сильного пола. Как же сохранить мужское здоровье? Замедлить процессы старения. Какой гормон называют гормоном победителей? И когда нужно обращаться к врачу-урологу? Мужчины в 9 раз чувствительнее к боли, в 3 раза больше пьют и курят, но не жалуются на здоровье и не любят ходить по врачам, поэтому живут меньше женщин. По мнению ученых, сильный пол самой природы запрограммирован на риск и предназначен для биологических экспериментов. Поэтому каждый представитель сильного пола должен ежегодно посещать уролога, чтобы исключить не только наиболее серьезные распространенные заболевания – рак и аденому простаты, но и другие расстройства. В последнее время замечаем, что мужчинам после 30 лет уже необходимо какое-то минимальное профилактическое обследование. То есть не только флюорография, не только анализ крови, но и какие-то специфические анализы. Например, исследование на содержание тестостерона, мужского полового гормона в крови. Исследование на какие-то скрытые, например, минимальное исследование на половые инфекции, например. Гормону тестостерону мужчины обязаны своей статью и силой, как физической, так и сексуальной. А кроме того, успешностью в делах. Ведь именно этот гормон придает здоровую агрессивность, которая помогает добиваться поставленных целей. А еще тестостерон снижает риск высокого холестерина, а значит, защищает от ишемической болезни сердца. Главная причина смертности мужчин в нашей стране. Увы, уже после 35 лет количество этого важного гормона начинает снижаться, как минимум на 1% в год. Но нужно разобраться, что происходит у человека. Или это болезнь какая-то, или это функциональные нарушения, которые можно устранить без лекарства. Но это важный момент, потому что мы из-под воль лечим, допустим, гипертоническую болезнь у человека. А забываем, что у человека, допустим, другое совсем. То есть, например, у него тестостерон просто на нуле. Такое бывает. Это тоже почва неблагоприятная для любой болезни. То есть мы обращаем внимание на то, на что не обращает внимание, может быть, другой доктор. Еще одна частая проблема – простатит. Лечить запущенные формы болезни долго, сложно и дорого. Поэтому лучше своевременно обратиться к врачу-урологу. Простатит есть. Простатит, в общем-то, встречается в разных возрастных категориях, у молодых мужчин и у пожилых мужчин. Нередко простатит связан с инфекциями, инфекции и половые инфекции, и разного другого рода инфекции. Все требует внимательного отношения к пациенту. Тогда будет успех. Во-первых, внимательнее относиться к своему здоровью, не отмахиваться от каких-то симптомов, которые начинаются нередко из-под воль, обращать внимание и все-таки обращаться вовремя. Во-первых. Во-вторых, после 30 лет все-таки к урологу нужно раз в 2 года, раз в год хотя бы обратиться. Инсульт может возникнуть в любом возрасте. Причины самые разные. Патология сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, травма головы. Реабилитация после инсульта начинается фактически с первых дней. В комплекс мероприятий входит множество направлений – психологических, медицинских, социальных. Все они направлены на восполнение утраченных в результате острого нарушения мозгового кровообращения функций.
какие же способы восстановления на сегодняшний день считаются самыми эффективными? Инсульт – тяжелое испытание для самого больного и его близких. Чтобы одержать победу в борьбе за полноценную жизнь после инсульта, без профессиональной медицинской помощи не обойтись. В медцентре «Доктор Ост» слаженная команда докторов различных специальностей работает сообща, чтобы в скорейшие сроки восстановить утраченные функции мозга. Инсульт может возникнуть в любом возрасте. Причины самые разные. Патология сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, травмы головы. А последствия тяжелые проявляются следующим образом. Нарушение речи, нарушение памяти, двигательной активности. Реабилитацию важно начинать как можно раньше. Оптимальное время – первые 3 месяца, пока у нас есть шанс восстановить уцелевшие клетки мозга. В медицинском центре «Доктор Ост» уверены, справиться с тяжелыми последствиями инсульта можно без интенсивной медикаментозной терапии. На помощь приходят современные аппаратные технологии, которые направленно воздействуют на пораженные участки мозга, восстанавливая утраченные нервные связи. Это сеанс микротоковой транскраниальной поляризации мозга. Сверхмалые импульсы, максимально приближенные к естественным сигналам здоровой нервной системы, активируют пострадавшие клетки мозга. Уже через несколько сеансов микрополяризации появляются первые значительные успехи. Пациент начинает самостоятельно двигаться, пробует говорить. При остром нарушении кровообращения головной мозг остается без кислорода, и в это время клетки стремительно погибают. Устранить последствия гипоксии помогают сеансы гиперборической оксигенации мозга. Активное насыщение кислородом происходит в барокамере под давлением. Обычные прогулки на свежем воздухе не дадут такой результат. Нередко у больных после инсульта бессвязная или невнятная речь. Они забывают названия обычных предметов. Худшее для пациента с патологией речи – замкнуться в себе. На занятиях с логопедом нечего стесняться. Нужно говорить, чтобы восстановить речевые зоны мозга, включить в работу уцелевшие клетки мозга. Наша задача – снять напряжение, восстановить чувствительность органов артикуляционного аппарата, восстановить двигательные функции, снять спазмы речевого аппарата, восстановить темп, ритм речевой. И в этом нам помогут логопедический массаж и специальные логопедические программы. Необходимо вовремя оценить состояние двигательных функций. Если координация и моторика нарушены, это можно поправить. Тренинги с обратной биологической связью – новое слово в восстановительной медицине. Они стимулируют нарушенную связь между мозгом и мышцами, помогая заново почувствовать свое тело. Пациент может сам оценить эффективность своих усилий. Он активнее вовлекается в процесс выздоровления. Это многократно увеличивает скорость реабилитации. Раньше ногу приволакивал. Правая сторона почти не работала. Ложку приходилось держать в левой руке. А сейчас самостоятельно передвигаюсь. Без палочки, без посторонней помощи. Постарайтесь сосредоточиться на каких-то мелких деталях, посчитать их, получше рассмотреть. Память, внимание, способность анализировать, так же, как мышцы нуждаются в тренировке. Дома можно решать кроссворды и учить стихи. Здоровый человек без проблем управляет мозговой активностью, когда надо, концентрирует внимание и, наоборот, расслабляется и легко засыпает. В медцентре «Доктор Ост» передовая технология заново обучает управлять своим эмоциональным состоянием. Электрические сигналы мозга считываются в режиме реального времени и отображаются в доступной для пациента форме. Таким образом можно натренировать до автоматизма навыки запоминать или справляться с тревожностью. Врачи помогают справиться с неприятными симптомами, такими как головокружение, слабость в мышцах и рассеянность. А вот психолог должен постараться вернуть человека к его прежней жизни, пережить страх и неуверенность в себе, научить обслуживать себя, работать и полноценно общаться с другими. Эрготерапия – популярное в современной восстановительной медицине направление. Заново прививает обычные бытовые навыки – почистить зубы, зашнуровать ботинки, открыть дверной замок, учит человека заботиться о собственной безопасности. Все врачи здесь, конечно, большие молодцы. Вот. Окружили заботой и вниманием. И не дали растеряться. Дома я сама бы не смогла бы справиться. Врачи помогли мне поверить в свои силы. Теперь я вижу свои успехи. Вот. И очень стараюсь, чтобы вернуться
к внукам побыстрее и не быть обузой для родных. Реабилитация после инсульта требует много сил и времени. И успех во многом будет зависеть от того, насколько грамотно и всесторонне организовать весь процесс. Доверьте заботу о своих близких профессионалам медцентра «Доктор Ост». На сегодня это все. Пишите нам письма, задавайте вопросы и темы, которые вас интересуют. Не стесняйтесь. Берегите себя. И помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от нас, самих. И не переключайтесь. Оставайтесь на ОТВ. Телефон для рекламодателей 263 11 02.